Всем привет, ребята, и сегодня у нас будет ролик, как я отмечаю 100 подписчиков, да. Я, конечно же, вам желаю приятного аппетита, если вы кушаете, и приятного просмотра. Все, ребят, смотрите. Блин, прикольно, я у друга поиграл в PlayStation 5. Ой, зеваю, блин. Так хочется спать, сейчас домой приеду и... Ой, спать хочу так аккуратнее, не спать. Вот, домой приеду и точно лягу спать сразу. Так, все, начну, хорошо, парковать не буду, конечно, тут и дрифтану, все. Закрываем. Ой, я спать пошел. Ой, хорошо выспался, пора погулять. Так, ой, машина-то на улице осталась. Так, хорошо, что ее не угнали, я ее закрывал. Надо ее сейчас, так, надо припарковать туда, к нам в дворик. Думаю, тут сойдет. Так, ладно. Ну, пойду тогда домой, что ли. Ай, труба. Так, стоп. Кстати, сколько там на канале у меня подписчиков? Неужели наконец-то у меня 100 подписчиков? Охренеть, мой пистолет. Да я машину могу разбить ради 100 подписчиков. Ё-моё, новая машина взялась. Взорвать ее могу. Бам, ёк, мухарёк. Ура, ёшкин кот. Это трындец, надо это отметить. Так, ага, спасибо за поздравление. Так, ладно, что у нас там на улице и... Капец, кажись, меня все поздравляют, 100 подписчиков. Ай, лагает. О, арендованная моя тачка тут тоже стоит. Так, ладно, надо взять там это... Это что? Так, ладно, извиняюсь, ребята. Еще. В общем, да, так. Блин, как классно, что этот грузовик сюда приехал. Друзья, как вы поняли, конечно же, я был в спичках и в реальной жизни нормально, и в модал, да. Я вам скажу честно, чтобы вот снять этот ролик, я потратил на это все 3 часа и потратил 100 тысяч монет. Ладно, ребят, давайте, всем пока и спасибо за 100 подписчиков, ребят, вы у меня самые лучшие, всем пока.